Доброго деньца, ребятки. Двигаюсь в плотненькой пробочке. Над Москвою, над рекою. Лед не стоит. Пароходы, корабли ходят. Заскочил сейчас в магазинчик. Забрал фильтр масляный. Фильтр топливный на двигателе. Фильтр топливный на раме. Фильтр салонный. А, и еще трубку кондиционера, которая у меня прогнила. И теперь я под Новый год могу себе починить кондиционер. Так что... Тут такая кобра. Она кусается. Приехал погнуть трубу, короче, для пикапа сзади, спереди. Сзади, спереди. Короче, трубу для бампера. Так, бампер вот. Труба. Вот он пошел. С ровной делай кривой. А кривой ставь вот сюда на машину мне. И все будет четко. А у нас посылочка из Тольятти. Федорову и Москва. И полетели. Спрашивай. Короче, на SX люлится. Знакомьтесь. Лютая херня. И вот такие штучки еще прислали. На тренажечку. Вызывайте милицию, что происходит? Какой-то одноглазый пирато без постановки шатает кольцо. Это не авторитетно, я считаю. Если шатаешь, то делай с постановкой. Дизлайк, отписка полностью. Ой, было мясо, нет мяса, но благо пиво есть. Всем доброго вечера.